сегодня второй день работы выставки «Imagine Italia», 7 февраля. Вот чтобы составить представление небольшое о атмосфере, которая царит на этой выставке. Вот, пожалуйста, сколько людей, такой гомон стоит рабочий. Атмосфера на выставке позитивная. Ее демонстрируют и участники, и посетители. Насколько работа эффективна, трудно сказать. Но все излучают оптимизм. Такого количества гостей на прежних выставках не было. Сейчас ощущается явный рост. Трудно пройти по проходам, не задев кого-нибудь. Компания интересная. Есть и знакомые нашим участникам рынка, есть незнакомые. Каждый раз здесь кто-то появляется новый, кого никогда не было. Это все знакомые лица. Мы прошли по одному из коридоров, проходов. Таких 4. Вот, чтобы составить более 100 стендов. Вот мы подходим к Крис Лайн. Очень здесь успешно выставляется со своими большими размерами. Здесь Ферручи, известная нам компания. Джузеппе. На этом стенде всегда много людей. Антика, Сантория. Оригинальные вещи. Ну и так далее. Вот так можно посмотреть. Выставка интересная.